немножко двигаемся, чтобы днем появиться здесь. Брифинг мы уже слышали. Давайте, ребята! Вы знаете, кому что делать! Прикрыть участок! Все задание пойдет к чертям, если мы не выполним свою работу и не просунем ногу в дверь! Рикардо! Ванда! Направо! Давай, давай, давай! Какая-то подозрительная сцена. По-моему, они сейчас все умрут. Обычно так в фильмах бывает, когда собирают солдаты, они куда-то бегут и сразу же мрут, падают толпами. Это Fallout 1? Нет, вас издаст. Это не Fallout 1, это Fallout Tactics. Он вышел после Fallout 2, и это не RPG, это тактическая стратегия вселенной Fallout. Но, в принципе, тоже интересная игра. Первый бегемон, да, Акион, первый бегемон ждет нас. Самая большая проблема этой миссии, она вот здесь. У нас нету карты. Куда там ребята ломанули? Судя по звукам, им там не очень хорошо. Ладно, мы запомним их как героев. Все? Больше ничего не скажешь. Так, переключимся, наверное, все-таки на такие пушки. Все. Заряжай шотган и мишками, и вперед, говорит Legend. Обязательно. Он говорит, давай без читового бегемота отпинаешь без тактического режима. Да всякое можно сделать, конечно. Но меня очень расстраивает отсутствие карты. Хотя очень приятная такая местность. Снежок веет чем-то таким, знаете, домашним. Как будто бы и не в Америке дело происходит, а где-то в Сибири. И скоро тут будут медведи. Он чьи-то вангилы раскопанные. Не нравится мне это все. Так, размикрили. Хотя как это размикрили? Просто тупо через выделил оклик. Скажи спасибо, что это не обескроловский, говорит Варак. О да, о да. Хотя тут бы не помешала какая-нибудь совершенно безумная психоделическая карта, которая как в Абисе бы... Все было бы бесконечным. Элис, Элис, Форсайт, кто у нас стрелять-то будет? Включаем прицельный. Хотя, знаете, можно его включить. Да, можно пострелять по сенсорам вполне здесь вот притык. Но все равно он только на 20 с чем-то там очков попадаем. Ладно, где у нас травма? И вот самая главная проблема этого снежка. Я не вижу, кто у нас травма. Кто выбран сейчас? Бежим сюда на 4. Загрузим обычные патроны. Он не достоин того, чтобы его убивали патронами, не бронебум, да, серьезным патроном, чтобы убивали. Ну что, Элис? Серьезно поврежден. Ну а то. Где Элис? Элис, Элис, Элис. Вот она, Элис. Бежит сюда на сколько? На 4. Выстрел 4 очка 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если бы на 2 она сюда подбежала. Ну как-нибудь, ну не знаю, ну как-нибудь так вот. Вот. И смогла бы 2 выстрела сделать прямо через Ребекку. А Ребекка отойти не может. Лол. Да, придется еще чуть ближе подойти и сделать только одну очередь.
почти уничтожен, это хорошо. Гаусс-пистолет, покажи себя в зеле. 8 очков здоровья, да вы шутите. А, вот теперь другое дело. Дайс-мастер наносит удар целых 5 очков здоровья. Тоже мне другое дело. Не хватает энергодробовика, да? Варок, в смысле, не хватает. Просто я не думаю, что на всякую мелочь нужно тратить патроны, которые у нас ЕМПшными являются. Которые против роботов как раз предназначены. Релодимся. На всякий случай, конечно же. Чтоб нас не застали вдруг внезапно так. Без патронов. Какие игры ты еще стримишь, спрашивает вас издаст. А, вот да, кстати, насчет тех игр, которые я стримлю. Стримлю я сейчас параллельно Арканум и Адом. Ну, Адом, как сказать, скоро вернусь, точнее говоря, к его стримингу. А кроме того, вы можете сами проголосовать за какие-то игры, которые вы хотели бы видеть, которые вам интересны. На по ссылочке внизу, прямо под стримом, там есть ссылка «Голосуй за интересные игры». Соответственно, там вы можете предложить либо свой вариант, либо проголосовать за какой-то уже имеющийся. Ну, это не то чтобы возможность, так сказать, выбрать игру, которую буду я следующую проходить. Но это скорее мое исследование того, какие игры вам интересны и совпадают ли мое мнение с вашим. Вот. Вот здесь вот явно кто-то забаррикадировался. Вот такие абсолютно места очевидные, в которых вот гарантированно кто-то должен быть, они настолько выделяются. Вот, я же говорил, сразу видим 4 роботов. Элис. Где у нас Элис? Джон, Дайс, Глазастик, Форсайт, Элис. Ага. 67, 95, 70. Вот в этого стреляем. Поврежден, поврежден, поврежден. Еще разок. Да, нужно из Браунинга, просто для того, чтобы сравнить, так сказать, эффект. Серьезные повреждения, просто повреждения точно так же. Ладно, ясно. Отходим, на всякий случай. Джо. Джо находится далеко. Поэтому пока постреляет в кого-нибудь сенсоры. Пострелял, называется сенсор, молодец. Еще разок, на бис. Бзз, говорит робот и получает повреждение лазочку здоровья. Проголосовал за Джагу из Лутагория, говорит Икс. Ну, отлично, молодец. Вара говорит, базука их с ЕМП-ракетой. А, сейчас, к сожалению, этого сделать не могу. Вообще, правильная идея, конечно, да. Вот именно базукой здесь и надо было стрелять. Ты что, как серьезно повреждены-то? Давай, гляди, коньки отбросите. Я промахиваюсь 95%. Печаль. Теперь вот этого. Серьезно поврежденного. Вот. Вот это другое дело. Ребекка. Ха-ха, все без сознания, прекрасно. Я-то думал, сейчас придется ход следующий ждать. Был прям отличный момент для стич сейва такого. Хорошо получилось. Икс говорит, что роботов меньше приятно мочить, чем мутантов. Ну, как сказать, мутанты, они вот были очень злобными такими, что сами просто меня унижали моментально. А здесь давайте просто обзор карты сделаем хотя бы, чтобы посмотреть, где у нас и что находится. Вот мы сейчас обходим по периметру, да? Хотя мы могли бы, вот знаете, сюда забежать. Не знаю, что здесь находится, но... Надо вот открыть одну ссылочку интересную. Так... Сейчас я вспомню вообще, что в этой миссии было, потому что вдруг мы сейчас упустим какую-нибудь особую дополнительную задачу или еще что-то.
Разрушить или вырубить энергетическую станцию, разрушить энергетические узлы. Все довольно-таки просто. Да. У нас миссия делится, по сути, на две части. Первая часть — это мы добираемся до станции, до самой. А второй — мы уже внутри станции выполняем задачу. Хорошо. Подвозим всех вперед. Сейчас здесь определенно за баррикадами будут роботы здесь. Я помню, вот здесь вот еще в окопах сидят. Вот эту миссию почему-то она мне больше всего из тактикса запомнилась. Это самая, наверное, такая харизматичная, или, может быть, с другой стороны, просто очень эмоционально мне запомнившаяся миссия. Здесь вот будет двор, в котором как раз будет бегемот, насколько я помню. Да, вот он за этими силовыми барьерами. Эх, ностальгия какая вот, когда играешь в Fallout Tactics. Сразу вспоминаешь столько всего. Нет, не двигайтесь, стойте. Вот, надо обязательно, когда выбираешь какого-нибудь из бойцов, выбирать их через растягивание рамки, а не просто кликаем, потому что иначе можно отправить всех, случайно мискликнув. Расставляем, 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 кого и как. Всех вот здесь вот сзади надо поставить поплотнее. А Элис будет открывать двери. Видим кого-нибудь? Нет, не видим. Хорошо, забегаем. А, да, видим. Вдалеке находятся роботы. Забавные роботы. Они мне очень нравятся. Такие суетливые, маленькие, такие пучки. Взять бы себе домой такого сторожевого робота-паукана. Представляете, заходит вам кто-нибудь, а вместо того, чтобы его встретила, скажем, хозяйская собака, да, видит такого робота-паукана, который с лязганием по полу подходит и начинает разрубать гостя пополам. Винсерос говорит, да, если лучше бы когти смерти взял. Зачем когти смерти? Коготь смерти, они какие-то унылые на самом деле, это просто кусок мяса. А особой пользы в когтях смерти нету. Вот другое дело, скажем, не когти смерти. А гули были бы более-менее вменяемые. К сожалению, просто нормальных гулей нету. А так бы из них хорошие снайперы бы получались. Вполне. С огромным-то восприятием. Так, мы что, не видим их, что ли, здесь? Выходит, не видим с такого расстояния. Это печально. Ну да ладно. Выстраиваемся в линеечку. Готовимся к тому, чтобы сделать бросок сюда, выкуривать роботов оттуда. Наверное, начнем с того, что будем вот этого вот робота пытаться выкурить. Возьмем Элис и отправим за его... по его душу. А это не последняя миссия перед веткой миссии на территории калькулятора, разве говорит Фишаду? Нет, там еще, по-моему, есть две миссии после этого. И... сбой в работе систем. Робот умер, бедняга. Печальная у него была жизнь. Ничего полезного не сделал, ничего не добился. Просто взял и умер. Ладно, остальных хапаем. Берем в охапку. И выдвигаем куда-нибудь... куда-нибудь поближе, конечно. Залечься. Что это было? Робот-гуманоид запускает файл резервной работы. Вот, блин, экзе. Бедняга. Вторичные реле повреждены. Перенастройка чего-то там. Но, к сожалению, он сам дострелить до нас не может, а вот мы его быстро убиваем. X13 приветствует меня в чате. Привет и тебе. Кто-нибудь еще остался в живых? Ну-ка, не стесняйтесь, вылезайте.
Возьмем Элис. Элис у нас должна танковать, раз уж она с тяжелым оружием ходит, раз у нее... Ичи-си-си-си. Нет, вот от этого танковать лучше не стоит. Забили быстро очень. Джо наносит цель критический удар по определенному месту процессора на 58 очков здоровья, нанося страшный удар. Джо молодчина, сделал очень хороший выстрел. Вот блин XZ, да, Алекс Ньюби, именно вот блин XZ. Здесь очень много таких замечательных фраз, классных, они в оригинале есть, но в переводе, в принципе, их вроде не испортили. Стоп, 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 стоп. Только он пытался выстрелить, раз два, наверное, или три пытался, и каждый раз его мы вырубали. Возьмем патроны, не будем брать пушку, нам, в принципе, для лазера гатлинга патронов-то и не нужно на самом деле. Потому что патронов у нас много, их хватает. Чё, тактики немного, говорит Баламут. В смысле, немного. Ну, Fallout Tactics, когда я начинал стримить эту игру, я говорил, что это, во-первых, не Fallout, а во-вторых, это не тактика. И в целом, в принципе, это действительно так, потому что это не Fallout по духу. Здесь нету такого вот той атмосферы, здесь немножко более серьезный, суровый геймплей. А с точки зрения тактики есть гораздо более хорошие игры, гораздо более интересные, где больше тактических возможностей. Ну, да и я сейчас прохожу как-то, скажем так, не особо пользуюсь тем, что и есть. Так что самое приятное в тактике, наверное, это то, что здесь есть немножко всего. Здесь есть немножко атмосфера той самой фоллаутовской. Здесь есть немножко такого геймплея, именно тактического. Это довольно серьезно отличается от того, что было в фоллауте самом в оригинальном. И в итоге получается вполне неплохая игра. Обломки без сознания, говорит Игис. Да, бывает, но... На самом деле очень сложно сказать, что обломки могут быть в сознании. То есть, в принципе, здесь все формально верно абсолютно. Ну что, а тут кто-то у нас есть? Да. Основная тактика сейчас у нас. Идем в стеночку и всех расстреливаем. Очень хорошая тактика. Я рекомендую, если вы играете в Fallout Tactics, просто вот такая вещь. 100% действует часто. Вредные паучки, говорит Алекс Ньюби. Да, да. Паучки постоянно выкапываются, но тут-то хотя бы понять можно, что они выкапываются из-под земли. А вот когда это происходит где-нибудь посреди базы... Расстреляли бегинягу, даже подняться не успел. А зря это пришел в сознание. Умер бы без мучений. Хотя, с другой стороны, как может мучиться робот? Представляете, у него запускается программа Агония XZ. И он начинает выполнять алгоритм конвульсии. Ну, такая вот небольшая бредятина. Перезаряжаемся. Берем в руки семи самое мощное оружие, которое только есть. Си-си-си-си. Мисклики, они такие мисклики. И дробовик заряжаем, конечно же, вот этими замечательными ЕМП-патронами. Давайте прочитаем их описание. Снаряды ЭМИ 12 калибра. Боеприпасы для дробовика выпущены концентрированным... выпускающие концентрированный электромагнитный импульс. Отлично. Куда это все время Элис пытается убежать. Она чувствует, что сейчас будет какая-то разборка. Полечить, говорит Варга, да. Вот это тот случай, когда обязательно надо полечиться. Без этого вперед идти просто вредно. Если посчитать Гибсона, то можно попробовать понять, как мучается робот, говорит Лемон Расс. Да. Почему бы и нет? Может быть, действительно стоит оценить, как чувствует себя робот. А то мы их тут убиваем пачками. Вдруг это на самом деле не то, что даже бесчеловечно, а просто не то, что антигуманно. Но вот здесь вот все равно есть корень гуманный, то есть человечный. Роботы же не люди. И потом, возможно, когда-нибудь их будут называть политкорректно
роботизированные люди. Да. Вара говорит, она полумертвая, вот убегает подальше. Так, кто у нас был полумертвый, куда убегал? Не помню, неважно. Берем Элис. Есть. Элис у нас работает как такой провокатор. Я немножко ей побегал для того, чтобы она не стреляла в этот момент. Элис была с половиной хп и убегала, говорит Варак. Ага, вон на чем. Дед Михай говорит, ага, вон толстых людей же политкорректно называют горизонтально ориентированными. Не слышал никогда такого, ну смешно вообще, конечно. Что у нас здесь? Здесь у нас находится робот, да? Я, честно, не помню, как он открывается. Что нужно сделать для того, чтобы он появился здесь? Ну, точнее, чтобы поле снялось. Вот это, что ли, вот нажать? Давайте попробуем. Есть. Внимательно. Включаем пошаговый режим. И расстреливаем его. Точно так же, как сделали бы это в непошаговом режиме. Форсайт. Можно ли выстрелить форсайт? Да, может. Элис. 95%. Отлично. 66 повреждений. Хвалю. Перезарядимся заодно. Так, арбек может сделать выстрел прицельный. Давайте в корпус. Нет. Главное орудие, процессор. В регулятор, конечно же, в регулятор. Кто регулирует тут всякого? 16 урона. Ерунда полная. Травма. Ну и следующий ход. Ничего себе, Элис припекло. Да я сейчас умрел же. Хитшадо говорит, вырубай сложность, маньяк, или как там, для сумасшедших, а то слишком просто стало. Слишком просто? Этого называете слишком просто, Элис почти мертва. Элис не считает, что это слишком просто. Она протестует. Она кричит в агонии и... Вообще она должна убежать сейчас отсюда. Глазастик. Глазастик делает прицельный выстрел. Прямо в регуляторы. На 23 нормально. Пошло дело. 20 это уже хуже. Элис пока что прибережем, конечно же. А вот не вылечил бы, уже бы загружался, говорит Варак. Действительно, согласен, у нас как раз не хватало там. Нет, у нас много там не хватало. Кто такая Элис? Алекс Ньюби. Говорит, лысая. Так, Баламут. Сейчас я покажу, кто такая Элис. Она не лысая. Видите, она просто коротко стриженная. Это девушка Элис, сестра Макса. Они любили вместе жарить шашлыки. Из браминов, конечно же, на огнемете. Потом они догадались, что прошлое брамина сначала убивать. Сильная и тупая женщина. Наш выбор. Специально для того, чтобы таскать лазер Гатлинга и Браунинг. Любят жареную браминятину. Без сознания. Шикарно, это победа. Ребекка, это молодец. Ребекка ФТВ. Побеждает. И вот у нас уже находится бегемот в почти уничтоженном состоянии. Прицеливаемся ему еще раз в регуляторы, чтобы неповадно было подниматься. Кто у нас там может еще пострелять? Конечно же, травма. Это тот случай, когда нам действительно нужно тратить ЕМП патроны. 62, хорошо. Всего 26. Мало, мало, мало. Что делаем, Элис? Идем в ва-банк. Но перед этим сохраняемся, знаете, на что? На Fail Incoming. Это мой фирменный сейф. Такой.
когда происходит что-нибудь безумное, когда, например, бойцом, у которого остались последние хитпоинты, вместо того, чтобы отбежать в безопасную позицию, на следующий ход гарантированно расстрелять просто несчастного вот этого робота, который уже и так без сознания, я беру и начинаю стрелять этим бойцом прям вплотную. И перезаряжаюсь. И жду следующего хода. А ничего не произошло. Все хорошо. Легко, слишком, говорит Legend. Ну, давай второй раз на безумии. Безумие реально безумное, потому что если вы с самого начала играете, то там вы просто будете мучиться, тратить кучу патронов, постоянно куча аптечек на лечение. И все равно даже с самого первой миссии вам придется страдать. Когда вас будут нагибать даже самые простейшие бандиты, которые там появляются в самом начале игры. Нет, серьезно, это очень злобный режим, но... Варок пишет ни о чем, таракан. Ну, был бы их тут два. Вот это был бы хороший бой. И Шадо говорит, ну давай ради интереса глянем, как было бы. Попробуй на безумии до победного конца. Лемонраз говорит, а знаешь, чит с перезарядкой? Из одного слота в другую пушку прикидываешь, и за 0 очков действия перезарядка. Нет, не знаю, возможно, это уже исправлено здесь в баг. Вот этот, как сказать, не то чтобы баг. Да, и скорее чит. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте тест проведем, но только не вот на этом бегемоте, конечно же, уже. Потому что на бегемоте мы уже тест не проведем, я сохранился, по-моему. Так, настройки. Вот у нас сейчас сложный режим стоит. Есть безумие. Для психопатов написано. Вот. Немножко побудем в шкуре психопата. Так. Ну что... Смогут ли нам роботы составить какую-то конкуренцию? Не знаю. Зато вот этот вот кадр содержит все патроны калибра 0,50. Полтинничек возьмем. Стимпаки, кислота. Ну, в общем, ерунда какая-то. Полут его еще раз. Зачем полут еще раз? Полут лужа. Там же вроде последняя миссия была бы головку бункера завести, не? Путин спрашивает. А мы все увидим, когда будет последняя миссия, тогда вы все узнаете. А пока рано еще. Итак, первая партия из 6 чуваков в Power Armory была расстреляна. Теперь сюда подогнали вторую партию из 6 чуваков в Power Armory. Хотя на самом деле это 6 чувих. 5 чувих, 1 дайс. Неважно, открываем. Выглядит научно. Правда, что ли? А у нас здесь, кстати, наукой как раз занимается. У нас ученый на полуставке. И что мы видим? Мясорубка натуральная. Ладно, мне становится страшно. Хорошее начало. Этого обезвредили, хорошо. Тут есть перед нами кто? Тюретка без повреждений. Сенсоры. 13 очков здоровья? 13? Да вы шутите. Нормально так, сквозь стену ракета прошла, говорит Варк. Ой, тут чего только не бывает. Здесь Михай желает мне удачи, говорит, устал. И не понимаю, что на стрим происходит. Если кто-то еще не понимает, что происходит на стриме, мы сейчас занимаемся штурмом базы. Точнее говоря, не просто базы, а электростанции, которые оккупировали роботы. Мы сейчас находимся почти что у ее входа. Вот здесь вот. А тут вот тюретка, которую мы сейчас будем убивать. Все просто, согласитесь.
Во, видя пачка трупов, говорит Кион, я бы развернулся и послал к чертям в шестером штурмовать завод некий. Так это электростанция, это не просто завод. Тут видите, какой комплекс гигантский просто. А? Солидная штука. Джо. У Джо не будет хватать очков действия на то, чтобы сделать выстрелы. Эй, 14, вы что, вообще шутите? Подбегай сюда. Слепое чудо. Ну, а травма и вовсе ничего сделать не может. Травм будет оббегать. Так, побежали. Или танковать она будет, даже не знаю, что лучше. Ну, Дайс явно может нанести хоть какие-то повреждения. Кстати, Элис тоже подбегает. Вот за стеночку сюда надо куда-то спрятаться ей. Бешеный робот там ездит и... Это боль просто. Видели? Все равно ее видит. Стоп. Это кто бежит? Это уже Ребекка. Блин. Я-то думал, это другой боец уже. Да, влипли мы. Варгард, ты в курсе? Ставь, что бонус миссии убить всех роботов. Какая еще бонус миссии убить всех роботов? А, бонус этой миссии. Но мы тут обязательно всех убьем. Я вернусь даже посмотреть, что находится вот в том месте, куда мы не попали в самом начале. Мы сюда вот не зашли. Тут, возможно, кто-то есть. Нужно их зачистить. Этого робота тоже убьем. Всех убьем. Главное, чтобы Элис и Драма выжили, а также кто там, кто штурмовать-то побежал. Дуры, а. Так, 54, мало. Вот 79, это уже нормально. Серьезное повреждение. Все должно быть серьезно. Да, действительно, это serious business. Это вам не так себе. Одна тирель сейчас двоих чуть не забрала. Вот это, понимаем, сложность, говорит, со 2010. Загружаемся. Что же делать-то еще? Правда, загрузка что затянулась. А, это ход компьютера идет. Ясно. Я даже загрузиться не могу. На этих словах я загрузился-таки. Представляете? Так, кого берем? Берем Глазастика. Ребекку. С Дайсом. Ну, вот этих троих. Не может попасть. А вот так вот может. Так. Не попадет. Ничего вообще не сделает. А Ребекка? Ребекка где-то не там стоит. Эй! Давай два выстрела. Точных, убийственных. Да, Ребекка смогла сделать это. На то она Ребекка, снайпер просто шикарнейший. Переключаем оружие назад на импульсную винтовку. Сюда точно так же. Где Джо? Джо тут. Вбегаем сюда. И куда он делся? Смотрите, робот от нас уехал. Хитер, конечно. А, он уже боится нас. Бедняга, не бойся меня, я любя.
интеллект солдат враста обратно пропорциональный размеру пушек, говорит Варак. Нет, конечно, когда у вас большая пушка, вы думаете, что вы обязательно всех победите, то и как бы нету особого смысла, получается, думать над тем, как там тактичнее выполнить миссию. Куда он убегает? Стоять! Инвалид. Нет, реальный робот-инвалид. Вот, замикрили мы этого робота-инвалида. Кстати говоря, сюда можно было бы почти сразу же попасть. Окей. Открываем калитку. Так, стоп. Всем не бегаем, конечно же. Робот скачал скилл додж. На самом деле робот просто дурак полный. А что значит заблокировано? Нет, ну как это заблокировано? Робок все может разблокировать. Ничего не происходит. Ну да, это, конечно же, не закрыто, это просто заблокировано. Странно, конечно, представь себе, паладин братства в огромной силовой броне с крутой пушкой не может какой-то заборчик маленький либо перелезть, либо сломать. Ну что это за бред? Это просто такие вот условности в играх. Ладно. Наверное, сейчас сразу сюда не побежим. Нельзя, там энергобарьер был. Где энергобарьер был? Какой еще энергобарьер? Кстати, на закупыши не идут счет убийства всех роботов для бонус-задания, говорит Варак. Ладно, неважно. Нам сейчас самое главное вынести вот эту сюретку. Это нам нужно взять тех, кто умеет стрелять издалека. Вот. А это только трое, на самом деле. От этих троих мы сейчас отправим вот здесь за стеночку. Читня, читня. Вот реалтайм читня, на самом деле. Помните, я сколько сейчас в тактическом режиме в пошаговом пытался все это размикрить? И как у нас просто троих разорвало одним выстрелом. А тут вдруг внезапно затупила тюрель, стоит почему-то, не хочет нас убивать. Ну, я воспользуюсь этим, что уж если она сама так любезно предоставила возможность ее увидеть. ДСМ проход закрыл, дверь заблокировал, говорит Бургуа. Да не... А, вон он еще делал. Может быть, в этом дело. Может быть, дело в том, что его труп заблокировал проход. Но, так или иначе, это не важно. Представьте миссию, считайте про блокировку, что люди пишут. Говорит Кион. Хо. Хах. Окей. Давайте полутаем. Лутать это всегда приятно. Теперь у нас, по крайней мере, есть у каждого повар-арма, который добавляет дополнительные силы, чтобы можно было дополнительно лутать. Ультра-стимуляторы. Да, вот именно с таким оружием братья отправились штурмовать эту базу. Как так? Видимо, каких-то нубов отправили. Вот только посмотрите, что за оружие. М-16А1. М-16 против ракетных тюрелей. Вы себе это представляете? Насколько надо вот быть, как бы это сказать, не очень, чтобы такое придумать. Кстати, изучал точки на тактической карте, говорит His Shadow. Вот сейчас давайте карту откроем. У нас здесь ровно две точки. Это ваша точка высадки из-за сильной электромагнитной интерференции, высокого уровня радиации, разведка с помощью эхобоя в этот раз не была выполнена. И все. А здесь у нас выход. Больше здесь никаких точек нету. На карте на самой шумы. Карты нету, карта отключена. Лог, кстати, забавный, говорит Кион. Тюрель взяла и вышла из строя. Тюрель выходит из строя, да. Угу. Это после того, как глаза всех промахиваются по цели. Решив не, как бы сказать, не расстраивать, что ли, глазастика тюрель просто решила самоуничтожиться. Стрельнем в энергоузел, а? И всех остальных подвезем тоже.
Вот, например, на DICE тоже пусть стреляет. Вот это засада. Печально, конечно, но ничем. Хорошая засада была. Я в восторге. Такие засады, говорит, была Мутсон, да. Главное, какая засада? Тишина, спокойствие, никто не вылезает. И вдруг, внезапно, со всех сторон, с одного удара убивают. Штурмовать это место крайне сложно. Я помню, когда давным-давно, сколько раз я не проходил эту игру, все время вот вход сюда меня заставлял реально страдать и плакать кровавыми слезами. Стреляем, да, я сам спокойненько сейчас сначала в энергоузел, чтобы он как бы не манил своим свечением, не отвлекал нас от самой главной цели. От того, что надо брать штурмовать базу. Там наверху секретка будет, говорит Вова Путин. Спасибо, Вова. Кстати, не с того оружия стреляю. Вот это гораздо быстрее стреляет и бьет мощнее. Что же за энергоузел? А, они, по-моему, бессмертные, и там что-то надо сделать для этого. Для того, чтобы взорвать. Сейчас бесполезно делать абсолютно. Ракетами разбей узел. Нет, тут, по-моему, какие-то другие... Какое-то другое условие для того, чтобы он разбился. Героинщик тут говорит. А я всю игру Forever Alone на самом сложном прошел. Ну, молодец, что еще сказать. Как нам сюда зайти так, чтобы не огрести и сразу же не сдохнуть? Я бы, конечно, уровень сложности понизил, но это будет выглядеть немножко не очень. Типа, да, если не осилил. Значит, будем пытаться осилить на суперсложном, на безумном. Да, если... Да. Стоят по бокам, спереди, и сразу проявляются все вместе, как только мы пересекаем черту. Все. Куда? Куда? Дайс пытается бежать, я не понимаю, что это. Ползать туда, говорит Кьон. Да, давайте поползем. Вообще, Дайс, на самом деле, его проблема в том, что он стоит в передних рядах. Командир не должен стоять в передних рядах. Ни в коем случае. Он должен руководить. О, как давно Дайс приседал, ползал, удивляется, кишадал. Да, давно дело было. Вот этот Расселис. Как нам за нее отомстить-то? Мы ж толком отомстить не можем. Ладно, попробуем убить вот этого робота. Я даже за один ход убить не могу одного робота, что ли? Жесть. Я потратил трех бойцов на то, чтобы убить одного робота. Да. Вхожи лок этого килла, говорит Кьон. Сейчас попробую. Сейчас знаете, как попробую сделать? Выманить. Есть. Мы живы. Один без сознания робот. Двое просто нас не видят. Хорошее начало. Так вот и надо начинать.
сохраняемся на Fail Incoming. Но теперь начинается тактика у нас реально. До этого была прогулочка, совершенно такая по лужайке, с понями и единорогами. А что, Дайс никого не видит? Окей. Глазастик не может выстрелить. Элис. Жесть. О, слепота. Отлично. Один без сознания, один ослеплен. Двое нас не видят. Может, стоило за баррикадой всех поставить грехи Shadow? Нет, их тут не выманишь просто так. Они сами ждут, когда мы подбежим. Поэтому это сложно. Двенадцать очков. Мало, мало, мало. Надо больше. Перезарядимся другими патронами. Просто ем патроны, тратить на такую мелочь, как вот эти роботы. Четыре очка повреждения. Что... что? Залечь. Подползти и стрелять. О, теперь можно на следующий ход переключаться. Ждем, что произойдет. Кто-то издалека в нас стреляет. Вот он. Хитрый робот. Можем мимо него попасть. Кого он видит? Так, Элис. 0%. Элис видит. Ребекка. Нет, Джо. Тоже нет травмы. Нет, похоже, только вот у нас Элис находится с краю, и поэтому видит его. Поползли всеми, что ли? Хорошо, я прополз, что не скажу. Прямо шикарно. Надеемся, что танкуем одного робота в течение хода. Нет, их двое. И заметьте, какое решение правильный робот принимает. Он решает нет, не стрелять, а подъехать поближе, чтобы мы сейчас в него разрядили, скажем, какой-нибудь дробовик. Импульсных гранат нету? Есть, есть импульсные гранаты. Но на 5 их соли до лучших времен, говорит Кьон. Именно так. Сейчас возьмем. Нет, на самом деле можем, конечно, взять в руки импульсные гранаты. Их 4 штуки. Всего 4 штуки стоит засолить, согласитесь. Привет, говорит Вествинд Голиаф. А в чем сложность? Да я включил тут сложность безумия. И сложность заключается в том, что у нас одного бойца просто ваншотят с первого же хода. Я еле-еле удалось мне сделать так, чтобы за первый ход у нас никого не ваншотнули. Он говорит, а прикинь, хардкор мод умер от Грызанова. Хардкор мод ни в коем случае не совместим с игрой. Так, подождите, сколько у нас тут очков? 11, значит, над прицельными. Не совместим с игрой в таком режиме сложности. Хардкор мод это хорошо, когда вы играете на каком-то другом уровне сложности. Травма. Элис, травма. Травма Элис. А, о, Элис рядом находится. Как раз из Браунинга. Ну и почти убит, это хорошо. Рыбак его добьет. Хорошо. Двоих убили еще. Сохраняемся на Fail Incoming. Давайте постреляем сюда. Хорошая идея.
16 очков жизни, пробивает его систему защиты и сбивает его с ног на землю. Робот лежит. А раз он лежит, то что нужно сделать? Подбежать? Нет, неправильный ответ. Если подбежать к лежащему роботу, здесь еще два робота. Один из них, правда, без сознания. И он серьезно поврежден. Сколько у нас очков действия? 10. Два прицельных выстрела. Сенсоры. На 11 очков. И на 12. Травма. Где находится травма? Покажите мне, пожалуйста. Синенькая, что ли? Видимо, она в синенькой броне, да? Но она не видит его. Травма ползет вперед. Кого-то еще она видит. Так, робот-охранник здесь один. Эту сиротку мы вывели из строя. В принципе, ладно, следующий ход. Ребекка расстреливает. Можно ползти и захилиться, рекомендует мне Игекс. Нет, можно, конечно, на самом деле сейчас пока не страшно. Точнее говоря, не пока, а уже не страшно. Потому что все самое страшное, оно, по сути, закончилось. И самое страшное было в тот момент, когда я только вот забегал туда. Когда я забегал, сразу одновременно со всех сторон у меня, сколько там, 6 роботов стреляло, по сути. Так. Глазастик у нас... А, да, у нее 11, я все время забываю. Давайте куда? Процессор. На 9. Маловато, конечно, ну ладно. Элис. Элис не дотягивается. Джон, отползти вперед. Стоп, оп. А не надо. Или надо? Да, давайте сюда выстрелим сенсоры. 13, хорошо. Это травма. Травма находится здесь у нас. И она может сейчас вполне стрелять. Стоит ли Элис проползти вперед? Однозначно стоит. И это фейл. Это полный, безоговорочный, стопроцентный фейл, потому что здесь остался еще один робот-охранник. Он сейчас пристрелит Элис. В описании на ГГ вставь линку на реформал, говорит Кьон. Да вроде вставлял. Вроде было дело. Кстати говоря, всем, кто присоединился к стриму и до этого еще не видел, собственно, моих прохождений, у меня есть вводы на YouTube и на Твиче. Ссылки все прямо под описанием стрима, ну, под стримом в его описании, точнее говоря. А также там сегодня появилась замечательная ссылка на реформал, где вы можете предложить свои прохождения или проголосовать за какие-то варианты, уже имеющиеся там. Будет очень интересно посмотреть на том, как наши вкусы совпадают. Назад Элис, говорит His Shadow, а то... Но уже поздно. Вы видите, у них каждый удар отнимает прям, не знаю, слишком много здоровья. Мы сейчас по Элис посмотрим, как прошло. 38 урона, 42 урона, где-то около 40. Печально. Кьон говорит, может, у меня глаза имеют blind spot, но на ГГ ссылки нет. А, там ссылка на форуме есть в описании. А про ссылочку именно в описании стрима я и забыл совсем. Сейчас знаете, что сделаю? А я туда пока что в чат просто скину ссылку прямую. Вот. Сложность не для стрима, говорит Бругуа. Согласен. Сложность какая-то чересчур убийственная. То, что меня сразу же вот за один ход, я только высунулся, сразу же убили один единственный робот. Нет, это не то, чтобы я как бы новый на эту тему. Все, в принципе, нормально. Я бы с такой сложностью играл, да.
вполне самостоятельно. Подумаешь, там 100-500 своих лоудов. Лол. Стреляем. И передаем ход. Причем в списке нет Dark Souls, спрашивает Гуза. Dark Souls? Dark Souls ты имеешь в виду? Так добавь туда, если хочешь. Добавляй, кто тебе мешает. Это очень опасный робот. Он так коварно подкрался, выехал из-за угла. Если у меня есть мнение, что если бы я не загружался, вон там я сидел бы. Кто у нас может стрелять? У нас Джо может стрелять. Вот по этому роботу. Ей надо обязательно стрелять в этого робота. Что Джо может стрелять только в ближайшие цели. У нее нет снайперского оружия, двойной без сознания у него. Но зато он почти уничтожен. Давайте ему добавим. Эльс, Эльс, Эльс. Эльс его не видит. Но высовываться, наверное, не буду. Я хоть понимаю, что там робота больше нет. Но, знаете, страшно, просто невероятно. Сейчас давай гляди, какой-нибудь еще там робот найдется. Да, если уже сложность вернул. Нет, не вернул. У нас та же самая сложность. Безумие полное, совершенно безоговорочное и безостановочное. Представляете, на протяжении какого времени я уже вот здесь вот лежу и пытаюсь вот этот вход штурмануть. Это была гениальная идея при входе сюда включить как раз безумную сложность, с учетом того, что это один из самых сложных моментов вообще во всей миссии. Тион проклятие земли предлагает, говорит, экзитиум. Так что это еще не сейф лот, абуз. Хе-хе-хе, окей. Ну, урон по 5-10, это смешно, согласитесь. Ау! Какая боль! Серьезно поврежденный робот никак не хочет серьезно откинуться. На самом деле робот очень классный. Вот таких бы себе маленькую собственную армию. И пойти завоевывать мир. На полной сложности, конечно же. Для всех остальных. Хо-хо-хо. Нужен еще чуть-чуть. Я верю, что Ребекка сможет. Почти-почти сбила с ног, но не добила. Значит, тогда еще один ход нам нужен. И травма явно сейчас откинет копыта. Но я успею за этот ход убить этого робота. А, вот еще робот есть, которого я не добил. Окей. Он так мирно лежит. Он так спрятался хорошо. Прикинулся мертвым. Делает вид, что уже давным-давно сдох. Не замечайте меня. Меня нету здесь. На, готово. Смогли. Заканчиваем бой. Берем у травмы аптечку в руки, чтобы быстренько полатать всех в себя, в первую очередь, конечно же. Теперь быстренько дай слатаем. Все ползают, пригнулись, боятся голову поднять. Последний использованный Элис. Так, что, у меня нет ничего в руке, да? Кто там еще у нас? Поврежден робот, да? Куда он взялся? И тут не написано, что я за него опыт получил. Значит, он еще жив, где-то прячется. Хитрюга.
А вбегать туда даже как-то стрёмно. Лазастика он расстреливает. Но это на самом деле потому, что она впереди стоит, самый первый. Уничтожен. Отлично. Здесь, по крайней мере, вот таких открытых пространств должно быть... Нет, у нас еще вот здесь есть открытое пространство. Очень открытое пространство. А здесь что мы видим? Шаттл. Мы видим здесь электростанцию, реакторы, турбины. Сколько различных этих высокотехнологичных классных устройств. Ладно. Давайте лутать тогда. Есть у нас место у Элис, да, немножко для того, чтобы получить патроны. Скорее всего, вот этих ребят они должны быть. Перевязка, это не страшно. А что у нас у этой Сёрли гулял? А, да-да-да-да-да. Вспоминаю, у нее ждут ракеты. Но их мало на самом деле, и вообще ракеты нам не нужны. Забьем. Вот сейчас реально себя чувствуешь как-то неуютно в этом месте. Не то, что ты вырываешься всех убивать и штурмуешь, а то, что выглядит, тебя убьют. Нам нужно будет здесь обойти. Хорошо. Возьмем Элис. У Элис, по крайней мере, есть лазер Гатлинга. Ну, хотя бы не с первого удара, но с десятого кого-нибудь доубивает. Выставляем здесь Дайса. Форсайта. Сейчас вот эта дверь, когда откроется, робот станет видимым, и мы его расстреливать будем. Позиционирование очень важная штука. Нужно всех так расставлять, чтобы максимально удачно бы бой бы шел в нашу пользу. И травма. Не знаю, куда травму здесь, конечно. Пусть стоит просто рядом. Внезапно эти роботы-охранники перестали карать Элис. Странно. А, ясно, в чем дело. У них же просто патроны здесь. Вот это лол. Тут пусто, да? Да, тут пусто. Что за консоль? Захвата нашей земли вражескими войсками, опасных мутаций или прорыва защиты убежища, калькулятор инициирует протокол чрезвычайного умиротворения. Тем самым будет запущена стартовая последовательность для систем умиротворения и операций. Или мы могли бы выбрать первой целью мутации, чтобы гарантировать сохранение чистоты человеческой ДНК. Наша цель – обеспечить выживание чистокровных людей или, в противном случае, через некоторое время после того, как роботы умиротворят окружающий район, начнется постройка проказника. В рабочем состоянии проказник позволит увеличить радиус умиротворения убежища 0 в 5 раз. Он оснащен устройством вертикального взлета и посадки и может в воздухе развивать скорость до 650 км в час. Бортовое вооружение включает в себя 5 противотанковых бомб, 8 ракет «Воздух-Земля», испаренные 60-миллиметровые пушки. Проказник работает на стандартном топливе JP-5 и может находиться в воздухе 8 часов, то есть дольше, чем вам когда-нибудь потребуют. Ох, это проказник, а! 650 км в час, воздух-земля, всякие там ракеты, противотанковые бомбы. Да, такой можно проказничать не слабо, конечно. Тут у нас есть еще какой-то терминал. Там тоже, наверное, что-нибудь интересное рассказывают. Давайте почитаем. А здесь что у нас? Послушник Перси с ранениями рядом с уничтоженными роботами. Молодец, он прорвался сюда. Может его вылечить? Мы достали нескольких, правда? Наше дело сделано. Теперь ваша работа... Передай калькулятору пулю от меня.
Есть мнение, что он специально здесь лежал, ждал, когда наконец здесь придет Дайс, чтобы просто испустить дух именно в этот момент максимально театрально. Вот есть люди, которые просто не могут без театральности, даже умереть без театральности не могут. Как его там зовут-то? Перси? Ладно, Перси, мы не будем скучать, все равно я не знаю, кто это такой. Сидни говорит: «Привет, Дайс, привет, ребята». Говоря о Кроуле, мой октопод просто разносит все в пух и прах. Я тебя поздравляю. Что ж, постринь тогда сам, всем будет очень интересно. Как октопод разносит всех в пух и прах, это... Нет, серьезно, было бы классно. Бруга говорит: «Проказник, да уж, лучше было Шалун». Ну, можно было бы еще как-нибудь похуже перевести. Вот, пока на него не кликнешь, сам не сдохнет. Ничего сами не умеет делать. А теперь проблема. Когда мы выбежим, вот здесь, видите, маленький уголок такой виднеется. За ним находится робот. А здесь тоже. Мы выходим и сразу под перекрестный огонь попадаем. Круто. По-моему, не очень. Как бы так встать там? Чтобы что-то видеть отсюда. Ладно, засейвимся и высунемся на секунду. Сеть не говорит, у меня нетбук, к сожалению, не позволяет стримить. Эх. Жаль, жаль. А, там ничего страшного на самом деле. А вот это ничего страшного ездит к нам. Получил, зараза. Но, к сожалению, мы ему, по-моему, сильно не наваляли. Элис, кстати, надо поближе поставить. Сейчас Элис вылезет как раз. Постреляет и заманит его. 30 очков здоровья. Раньше по 60 заносил, пока я сложность не повысил. Так, перезаряжаемся, конечно же, мы... И восстанавливаем очки действия, пока находимся за стенкой. Ну что ж, попробуем достать этого робота. Ага, робот уже мертв. Отлично. Получается, у нас никого нету, да? С противоположной стороны. Нет, вот тут стоит робот. Он, наверное, точно такой же. Берем Дайса, Глазастика, Ребекку и Джо. Им нужно включить вот снайперское оружие обязательно. Не хватает у него радиуса поражения его оружия. Поэтому он стоит и даже не догадается подъехать. Какой страшный тупняк у этого робота. Ладно. С коридором разобрались. Что у нас там дальше по плану? У нас по плану вот эту дверь надо открыть. Надеюсь, здесь нету каких-то других роботов мощных. Тут у нас пусто, ладно. А вот здесь роботы, по-моему, есть как раз. Ставим снайперов наших, чтобы они прикрывали того, кто будет заходить внутрь. А заходить, наверное, Элис будет. Он сейчас травму только ее подлатает. Травма почти без удел. Не удел остается все время, потому что у нее дробовик в руках. Да и, в принципе, это такой персонаж поддержки, по сути. Очередная аптечка. Скармливаем в Дайса. Глазастик и Элис. Надо держать всех как можно ближе к максимальному здоровью, потому что вы видели, что было, когда мы сюда забегали. Вот этот вот комплекс. Нас чуть не ваншотнули. Да какой там чуть не ваншотнули, раз 5 вообще убили. Что? А, на эту часть тела повязка уже наложена, то есть мы не можем Элис пока вот не обработаем чемоданчиком дальше, собственно, перебинтовывать. Сойдет. Так, Ребекка. Вообще всем перезарядку делаем.
Так, остальных завозим сюда, чтобы расстреливать того робота отсюда, а это отсюда. Есть. Разнесли. Отлично. Следующий терминал слушаем. А, к сожалению, это не тот терминал, который бы рассказал нам какую-нибудь сказку на ночь. Потому что сейчас у меня уж, по крайней мере, тут ночь. Пол второго. Так. Ладно. Дверку открыли, значит, нам в ту сторону. Сейчас все висит. Неужто у меня чаты зависли? Или просто все уже тоже засыпают? У нас 127 зрителей сейчас. Угу. Ладно. Бежим дальше. Вова Путин говорит. Да все норм. Нам на этот вот нужно подняться. Не то что во второй этаж. Ой, панель сигнализации. Кстати, забавная штука. Мы можем здесь вот, если захотим, включить панель сигнализации, тогда здесь роботы, которые находятся за силовым барьером, станут активными и агрессивными против нас. Не знаю даже, над чем это нам сейчас делать. Ладно. Включим режим меньшей агрессии у тех, кто у нас может стрелять очередью. Что за Вова Путин в чате, говорит Брукуа? Это в другом чате. У меня их целых 3 сейчас открыто. Кишат говорит, а мне 152 зрителя написано. Не знаю. Плюс-минус 20 зрителей. Кому там это интересно? Ребекку испепеляют просто. Роботы-охранники, которые с лазерным оружием, это зло. И нам нужно обязательно играть в пошаговом режиме по одной простой причине, потому что мы сами должны раздавать приказы, куда стрелять. Потому что сейчас они стреляют в самого ближайшего, если их просто оставляешь на усмотрение, так сказать, личное каждого. А это очень-очень неприятно. Мы так и не нашли пока что патронов для вот этого вот пистолета. Наверное, надо было купить их. Ох, действительно, надо было. Для того, чтобы выполнить доп-миссию, придется активировать флага, говорит His Shadow. Ах да, я почти забыл про эту доп-миссию. Но очки — это круто. Нам обязательно нужно зарабатывать очки. Ставим всех плотнее. Чтобы когда забегали, по крайней мере, забежали как можно больше... как можно более кучно. И огребли тоже. Как можно более кучно. Встали, побежали. О, робот без сознания. Это хорошо. Это правильное начало. Сможет ли Элис стрелять в него? Да, сможет. Это хорошо. Только стрелять она будет через Джо. А стрелять через Джо — это не самый лучший вариант. Нам нужно отойти вот так вот. Теперь Элис может стрелять в почти уничтоженного робота. Да. Эй. Я два клика подряд хотел сделать. А в результате второй просто никуда ушел. Потому что робот в этот момент упал банально. Ну, будем считать, у бойца произошло то же самое в этот момент. Он стреляет в робота, а тот, хоп, исчезает из поля зрения, проваливается, так сказать, вниз. Травма, травма, травма. Добили. Кто у нас здесь находится? У нас здесь два робота ездят. Мы их, конечно же, убьем. Без сознания, это правильно. А, тут еще и третий ездит. Сколько же их тут развелось-то?
инвалидность, она меня все время так смешит просто. Веселый этот такой, как бы сказать, не модификатор, а состояние веселое очень. Хорошо. Здесь где-то будут роботы, насколько я помню. По-моему, тут кто-то должен быть. Или я путаю с вот этим местом. По-моему, да, вот с этим путаю. Что нам еще тут делать полным-полно нужно. Ну-ка, если переключимся на дальнобойное оружие, достанем? Где мы там находимся? Нет, не достаем. Кто видит вообще? Кто-то его видит из наших, заметьте. Причем ни у кого нет возможности стрелять. Ну, неважно. Ладно. Упс, 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 упс. Не, ребят, я не хотел, я случайно. Да, вот это вот номер. И Гигас говорит, локация эпичная. Воистину эпичная, эпичного размера, масштаба просто. Ракеты Дейс. Ракета Джо. Ладно, загрузимся сейчас. И что это до того, как я здесь поднялся вверх? Да вы шутите. Зря загрузился. Ой, зря загрузился. Заново вот это место проходить. Так. Быстренько врубаем всех. Хишалов, он несправедливый фейспалм тут ставит. Действительно, сам чувствую, какой ужас просто, а. Ага, отлично. Лазастик уводим. Элис, Элис, Элис. Травма. Начнем с травмы, да. Травма вот эту очередь. Уничтожает. Это какими патронами-то она стреляет? Неужто вот этими? Дороговато будет, дороговато. Внимайся, ребят. Интересно, когда разрабатывали вот эту миссию, дизайнеры что они думали, когда делали вот это место? Здесь же легко расстреливаются вот эти роботы сверху. То есть это получается такой вот маленький тир. Специально ли это сделали? Наверное, да. Чтобы хоть какой-то расслабон такой был небольшой. А ведь один сейф используешь на всю миссию, спрашивает Агралиан. Так это я мог вообще начать играть, скажем, со специальным уровнем сложности. Когда бы у него была возможность сохраняться только перед миссией, все бы. Чем на команду с похожим оформлением улиц, говорит Вействинд Голиаф. Не знаю, Командос я плохо помню, я играл давным-давно и очень немного. Вот в подобную команду с игру. В Desperados я вот очень долго и много играл. Но, что-то я так смотрю, она не очень популярна. Так. Отлично. Падает уровень масла. Сейчас он тебя вообще обнулится. Вот, зачаржили его, отлично. А Гралин говорит, опять ведь сделаешь где-нибудь стич сейф таким образом. Кстати, насчет стич сейфов, нам нужно сделать анти-стич сейф.
Так, сохранимся, например, на середине миссии. Да. Кисрад говорит, я тоже Десперадос проходил. Жаль, что не хотят посмотреть. Какая разница, хотят, не хотят. Главное, что хочу я конкретно. Стрим же я, в конце концов, веду. И если всегда, скажем, опираться на мнение зрителей, то зрители очень часто сами не знают, что им понравится. Потому что какие игры там просто какие-то, например, люди не играли, а голосуют против них. Это голосование не совсем не для того, чтобы просто выбрать набор игр, которые будут стримиться. Так. И хочу по ней Desperados за ночь до первого места, говорит Бругоа. Не смей ничего накручивать. Даже не думай. Если будет честно, нет. Ну, что значит честно? Надо серьезно и честно подходить к таким вопросам. Какие-нибудь голосования. У нас и так в России все голосования нечестные. Что ж, встали? Встали. Готовы? Готовы. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, мы сделаем иначе. Мы сделаем иначе. Элис берет в руки ракетницу. Ее дает Джо. Вот. Вот это то, что надо. Так. Здесь ничего лучше не сделаешь. Все, релодим. А прицельный никому не нужен. Все хорошо. Готовы? Элис. Как бы ей так встать-то, чтобы она в своих не попала? Так, наоборот, попадет. Ну ладно, соединимся и активируем. Сигнализация сломана. Зачем? Зачем ломать сигнализацию? И как их теперь убивать? А, их сверху можно отсюда расстрелять, вроде бы, я помню. Все нормально, нормально, так. Да, все должно быть нормально. Угу. Все просто ништяк. Кисшаду говорит, может, те роботы теперь не в счет идут? Не знаю. Давайте посмотрим, у нас есть ли миссия. Да, уничтожить производство мощностей, отключить электростанцию. Нету вот той бонусной дополнительной миссии. То есть не видно ее здесь прямо вот, как бы это сказать. Она скрыта. Ну что? Огненные ракеты. Ракета готова. Всех переводим в небоевой режим. Чтобы они сейчас не начали по спящим стрелять внезапно. Их нужно просто поднять сюда. А потом я одновременно всех в боевой переведу. Стайл называется. Ну ладно. Чё? А ничего. Что? Серьезно повреждено? Повреждено? И силовой барьер. О, это будет жестоко. Или не будет? Нет, вы видели? Четверых выбило. Четверых за раз. Я в шоке. Дробовик-то рулит. Вы это видели? Нет, я просто горжусь травмой. Она молодец. Так просто красиво всех убила. Да, когда будет Адом, говорит, спрашивает меня сетник. Адом будет, когда мы закончим Fallout Tactics. Ну, в общем-то, как ты видишь, мы уже довольно-таки далеко зашли. Возможно, это будет... Стоп. Вот там вот находится тюретка.
Эту тиратку нужно подбить как-нибудь осторожненько. А для того, чтобы ее уничтожить, так, нам нужно взять снайперское оружие в руки. Опять. Перезарядились. Взяли Найсмастера, Глазастика, Ребекку и Джо. Джо просто за компанию, так что... Ставим ближе. Ближе. Давайте Глазастика отведем, размикрим, встанем по центру. Вот. И такой вот формацией. Сейчас врубим одновременно всеми. Тирель серьезные повреждения уже. Да, у него, я даже сказал, не просто серьезные повреждения, не серьезные проблемы сейчас будут. У вас тут овермощности, как я смотрю, говорит сетник. Какие овермощности? Ты о чем? Гранатометом надо их. Гранатометом я пробовал вот этих убивать. Это было, видимо, коммент еще до того, как я вот этот момент уже выполнил, отыграл. Сетник говорит, не завидую Тюреля, да. Тюреля расстреляли вообще без каких-либо шансов. Теперь нам нужно бежать дальше. Здесь же мы всех убили, да? Помните? Поэтому берем Элис, лутаем Тюрель. В Тюрель что там находится? А, Тюрель-то ракетная. Тюрель ракетная, отлично. Значит, нам нужно спускаться и не забыть. Что? Что нам не забыть? Проверить, что там находится, потому что там кто-то может засесть вполне. Тут у нас подъемов нету. Тут кто-то стоит. Окей. Возьмем вот четверку. Поставим поближе, вдруг они дострелят. Да, стреляют, отлично. Куда там скрылся-то робот? ВБВВВ, говорит, гранатомет дно, подтверждаю. Так... Сейчас только что визуально, вы все видели. Можно сказать, сделали тест, никого не убило гранатометом, а дробовик. Дробовик скосил просто всех с двух очередей. Лично я жду Арканум, говорит Насрудин. Арканум будет в воскресенье. Ладно, спускаемся. А что, никто не хочет спускаться, что ли? Какая-то фобия, по-моему, они боятся лестниц, цепляются за них. Зовут маму на помощь. Но они хотят спускаться дальше. А что завтра будет, спрашивает Хит Шадоу? Ну, то есть сегодня. Возможно, будет еще одна серия Fallout Tactics, но не знаю. Посмотрим, потому что еще дел других полно, в общем-то. Вообще, очень классно, как в Tactics'е проработана визуальная часть. Сколько здесь различных таких мелких деталей. Насколько действительно очень хорошо футуристично прописан весь антураж вот этот вот. Хорошо. Кстати, мы сейчас не будем здесь вот открывать дверь. Мы пойдем и сначала поднимемся сюда, чтобы расстрелять снайперски. Займем позицию правильную. Да нет, 7, поднимаемся. Забей дела, мы же важнее, говорит Фужитив. Так говоришь, что прям даже не знаю. Хочется взять и согласиться сразу. Так. Еще одна Сурель. Ребекка встанет поближе. А когда стрим саперу интересуется Хибон Ед, или как тебя правильно прочитать,
Стрим сапера — это был такой разовый стрим. Я не собираюсь постоянно стримить сапера, или тем более, скажем так, не то что тем более, а вообще просто к нему возвращаться сейчас в ближайшее время точно не буду. Такие вещи, они должны оставаться разовым таким маленьким приступом безумия, когда вместо интересных, таких качественных, серьезных игр берешь и начинаешь стримить какую-то совершенно невменяемую ерунду. Блин, весело же было. Ну да, да, согласен. Так. Ничего, как-нибудь косынку постримим. Дай живи. Как бы дальше-то выжить там? Есть только один способ. Сапер слишком интеллектуален для Дайса, спрашивает Фужитив. Да. Я ж тупой поклонник всякого графона, а в сапере графон не очень. Вот видите, я сейчас только что про графон говорил, про то, какой классный он в Флоте Дактиксе. И поэтому я не буду играть в сапера. Он мне не понравился. Эх, патронов на пару каких-то гуманоидов тратишь, пишет His Shadow. Ну что значит никаких-то гуманоидов, никаких-то, а вполне конкретных. Они сейчас чуть Дайса не убили. Так, берем Дайса. Травмы лечим. Все. Уходим. Спокойно. Я добрый. Я добрый. Любите меня. Помните, был такой классный сериал про динозавров, комедия. Не помню, как он назывался конкретно точно. Он так назывался, динозавры. Но там был замечательный персонаж, малыш, который все время говорил: «Любите меня». Вот, это просто... это просто что-то. А здесь тоже, наверное, надо кого-нибудь уничтожить. Да. Он кто-то уже выбежал к нам. 73%, 61%, 73% нормально. Ну, роботы-инвалиды. Или как там это правильно надо называть инвалидов-то сейчас? Альтернативно одаренные роботы. Так, почти уничтожен, это прекрасно. Может, Джо поможет, да. Джо должна помочь. Или не сможет этого сделать. Есть. Сколько там очков-то было? На 6 очков здоровья всего. Но добило, и то хорошо. Так, а вот Ребекка должна стрелять уже вот в этого робота. Сидни говорит, их называют людьми с ограниченными возможностями. А, ну да. Робот с ограниченными возможностями. Правильно, правильно. Уж извините меня, если кто-то среди вас трепетно относится к роботам. Ну, вы знаете, там, смерть людям, слава роботам. Точнее говоря, смерть человеком там был в оригинале. Ну ладно. Вествинд Голиаф говорит, это тот сериал, где динозавры врубали лес, мол, деревья загрязняют воздух. А вот и есть... не, честно говоря, не помню. Таких моментов вот мне не запомнилось из этого сериала. Чтобы они врубали лес. Странно. Следующий ход. Форсайта попал. Все, месть. А никто больше не видит, заметьте. Так, подходим на 2. Или на 3. Наверное, на 2. И еще на 2. Кишалу говорит, нанесен отрицательный урон. Не положительный, а где отрицательный урон? Где-то нету такого.
убили. Тут еще кто-то может быть сидеть. Вот здесь вот, возможно, кто-то сидит. Поэтому мы осторожненько пройдем вперед. Можно плотнее надо держаться. И вперед вас. Да, я же говорил, кто-то есть здесь. Где у нас Элис? Элис в последнем ряду находится. Хоть какая-то польза с нее будет, это хорошо. Травма. Взять ли ей в руки дробовик и стрелять бронебойными? Вот самый главный вопрос. Приветствует меня Калю в чате. Здравствуй. У тебя нет нормальной импульсной пушки, только прототип? Да, у меня пока что только прототип. Но ничего, я думаю, когда мы с этой миссии вернемся, там будет уже в продаже нормальная пушка. Должна быть, по крайней мере. И отбегаем. Вот, один из них пропал из виду, это правильно. Не трать бронебойные, рекомендует His Shadow. А на кого их тратить я буду и когда главное? Нет, на самом деле надо ЕМП патроны оставить на тот момент, когда мы будем последнюю миссию проходить. Вот там патронов надо будет много разных. ВБВБВБ, говорит, она раньше появлялась, ты ее пропустил, скорее всего. Так она в продаже должна быть, как я могу пропустить? И раньше, не раньше, зависит от того, насколько быстро вы звание получаете. Я думаю, что на сложном уровне, возможно, звания растут медленнее. А может и немедленней. Готов. Может еще рандом влияет, спрашивает His Shadow, на появление пушки в смысле? Но все возможно, да. Я такого, по крайней мере, точно не исключаю. А, нам тут осталось, знаете, чем добить? По-моему, тюретку вот. Да, тюретку. Вот это спрашивает Вествинд Голиаф. Сейчас посмотрим. Да, похоже это. Да-да-да, персонажи очень знакомые. Оно самое. Забавная штука была. Калю говорит, точно не помню, если долго ездить по пустоши, вроде могли понизить звание в разве. А я долго по пустоши не ездил, я вообще почти не ездил. Ладно, один-единственный раз я отлучился за задание на то, чтобы вернуться в старую деревушку, как она там называлась там. Ай, фиг ее знает. В общем, там, где была база подземная. Вот на этой базе я затарился батарейками. Это единственный раз, когда я отлучался. Пока мы никого не видим вроде бы. Надо осторожнее двигаться, а то сейчас вдруг как внезапно из-за угла. Хопа, не ждал. И с троллфейсом вылезают роботы. И начинает распиливать наших бойцов запчасти. О, а вот эта деталь Power Armor пойдет на новых наших ботов-стражей, скажем. Угу. И насколько я помню, она стреляла у нас лазером, да? Сейчас мы полутаем здесь, ох, полутаем. Целых 52. Вот он баланс. В самом начале игры вам дают огромнейшее количество энергобатареек на военной базе. Ну, точнее говоря, там не военная она была вроде бы. Ну, неважно. Какая-то база технологичная. И вам эти батарейки не нужны совершенно. Поэтому вам их дают много. Тем более получить-то вам их тяжело. А сейчас, когда они нужны, их дают по чуть-чуть. Хотя мне они лично сейчас уже не нужны, конечно же.
меня боезапас большой. Так, будем ли мы активировать консоли? Сначала пройдем вот здесь, вот посмотрим. Наверное, сюда хочу заглянуть. Да, загляну сюда. Калиб говорит, я уж точно не помню, была фаргусская версия на трех дисках. Прямо на карте надо было диски иногда менять. Пытался карту все открыть. Ну, вроде звание понизили. Вон оно что. Не, ну, я такой ерундой не занимался. Я помню, была какая-то двухдисковая версия. А, точно, слушайте, реально трехдисковая. Там было два бокса. В одном два диска, а в другом в третьем один. Вроде бы такой вот как раз флаут у меня был. Тут никого. Странно. Энергоузлы, они сейчас неубиваемые по какой-то причине. Значит, у нас один единственный выход — открывать этот ангар, смотреть, что здесь. Возможно, здесь есть охрана. Ну, я надеюсь, что нет, потому что реально уже надоело в этой миссии сидеть. Семи бей-узлы, говорит ВБВВ. Семи. Сейчас разберемся. Отключить или уничтожить электростанцию? Уничтожить производственные мощности. Наверное, это нужно сначала вот здесь отключить, вот это вырубить, а потом уже, соответственно, вот это все вырубится. Или само, я вот не помню, честно говоря, этот момент, к сожалению. Подготовка к включению питания. Зарядка литиево-керамической батареи. Внимание! Обнаружена перегрузка терминала. Защитите терминал. Защитите. Да что вы так переживаете? От кого защищать-то? Я добрый. Так. Где у нас Элис стоит? Хорошее начало. Мы видим одного единственного робота. Сейчас его собьем. А кто его видит вообще? Элис видит, Ребекка. Да, Ребекка видит. Хорошо. Ха-ха, этот тоже не видит. Ну хоть травма, это травма. Ладно, берем в руки дробаш. Очков здоровья. Мощный удар, страшный, просто видите. Травма наносит критический удар по цели. На 6 очков здоровья, нанеся страшный удар. Не знаю, что в нем страшного, но пусть так. Ну попади, попади давай. Я знаю, что ты хочешь попасть. Нет, не может попасть вообще никак. На два подбежать, не выстрелить. Ох, у нас два выстрела получится. Да, получится как раз два выстрела. Почти уничтожено. Ну, кто же Джо? Вся надежда на Джо. Два пробежать. Выстрел. Попади. Да, есть. Убили робота. А что ты ожидал от дробовика и травмы на такой дистанции и видимости, говорит Калиб. Конечно же, чудо. Я всегда от них жду чудо. Удар был настолько страшно, что я побоялся его наносить, говорит Сетник. Да уж. Элис. Элис подходит. Стреляет. И тут мы понимаем, что нам делать здесь нечего. Уходим. Текай, хлопцы. Да, куда? Есть, выбрались кое-как.
кто-нибудь видит? Найс. То есть ты видишь их? Засада, говорит Калиб. Она самая. Правда, одного мы уже несознанку отправили. Сейчас он копытце-то отбросит. А остальных... Надо как-нибудь сейчас из вот этого вот гатлинга пострелять. Убили, хорошо, остался последний. И давай. Нет, куда-то он спрятался. Сейчас мы просто выберем на пофиг, сколько у нас там патронов. Хватает пока что. Нет, миссию точно. А это проказник стоит, спрашивает His Shadow. Да, вот это он самый проказничек такой. Выглядит ничего так, вполне неплохо. Правда, не стоит забывать то, что у нас там находится еще один... Это в кого он там стреляет? Грузоподъемник? Еще один грузоподъемник убит? Отлично. Теперь нужно вылечить оставшихся у нас живых, в конце концов. Что-то они довольно-таки сильно продамажены. Сейчас кто-то стрелять начнет, а там есть роботы, которые могут стрелять гуманоиды. Каль говорит, лично я предпочел делать роботов на шасси, погрузчиков, но с пушками. Хм. На самом деле, вообще, двуногие роботы это несколько, как бы сказать, непрактично, наверное. Гранаты? Ничего себе, роботы с гранатами. Ладно, берем всех в охапку и везем убивать вот этого робота, который там стоял. Хорошо. Кто-то еще там остался? По-моему, здесь вот я видел какого-то робота. Давайте всякий ученей. То есть, что, одни будут стрелять, а другие нет. Роботы умерли и перекрыли дорогу здесь. Придется оббегать с этой стороны. Возможно, это были погрузчики. Чу-чу-чу. А кого мы там убиваем? Робот-молния, похоже, крепко получил. А где здесь робот-молния-то? Неважно. Привет, Дайс, говорит Аксениус. Будешь в D3 после патча 1.05 играть? Нет. Что-то мне вообще не хочется в D3 пока что играть. Не знаю. Может, вообще никогда не буду. Были золотые времена, когда играл в Diablo 2. Сколько я не играл. Вначале я просто казуально играл. Так, для того, чтобы просто пройти сюжет. Немножко поиграть с разными классами. Потом начал серьезно фармить шмот. И в итоге это так затянуло. Да, надо этого робота в тактическом, то есть по шаговому режиме снимать. Аксениус говорит, а D3 сейчас неплохая довольно игра. Может быть, не знаю. Thank you.
Готово. Ладно. Остался самый опасный робот. Это тот, который здесь стреляет ракетами. Его надо как-то снять очень быстро. Нет! Куда? Куда? Куда они вообще ломанулись? У меня слов нету, нет, серьезно. Вот. Я этого робота сейчас убил? Да, убил. Хорошо, хоть я сохранился. Вот представляете, сгружает, да, и сейф где-то получасовой давности, и все заново. А я выставил, говорит, ВБВВВ, всю кучу на постамент и сагрил на главную перса. Хорошая идея. А я сделал проще гораздо. Завел одного единственного персонажа Элис, втанковал первый выстрел, а дальше просто расстрелял их. Так вот, только, пожалуйста, не ссорьтесь и не пишите всякую чушь. В особенности оскорбления, это... совершенно бессмысленно. Как бы вы там правы и неправы не были. Что у нас там лишнего там? Патроны, что ли, браунингу отдать? Что браунинг мы, по сути, уже не используем. Браунинг слегка устарел, мы сейчас используем в основном гатлинг. Забываешь патроны из пушек лутать, говорит Калеб. Вот сейчас только что полутал. То кому передать? Давайте, да, если передадим. Сколько там нужно передавать? Да десяточку хватит вообще. В самый раз. И дайте, поехали. Как с оружием с самым высоким КПД. Ядерный реактор отключен. Задача выполнена. Да, это хорошо. Уничтожить производственные мощности. Как их уничтожить? Производственные мощности, это, я так понимаю, вот эти энергоузлы. Давайте теперь попробуем их уничтожить после того, как мы уже отключили здесь все. Забегаем сюда. Ладно, откроем прохождение. Давайте почитаем. Просто сначала заграждение. Есть. Один выбили. У них просто хитпоинтов дофига. Назовем входить и уничтожить пауэрплан, самый обычный стрелок вооружен, по своему. Так. Осталось только пройти в комнату, находящуюся в восточном углу здания, уничтожить там третий энергетический узел. Ага, значит, нам энергетические узлы надо уничтожить все-таки. Да, надо робота еще в округе поискать, конечно. Потому что я кого-то пропустил обязательно. Здесь-то на базе они все должны быть дохлые. Ну, как сказать, должны, но не обязаны, естественно. Вдруг кто-то просто притворяется. Специально выпустил масло, отбросил одну конечность. И такой, я мертвый, Дайс, не трогай меня. Сейчас этот узел тоже расстреляем. Элис травму убираем из списка. Есть. Остался еще один энергоузел, насколько я помню. Их там три должно быть. ВБВБВБ говорит, тут бывают рандомные роботы, которые закапываются. Я знаю, да, конечно. Но эти роботы, в принципе, я их вроде старался всех сагрить. Сейчас на улицу выбежу. О, выбегу, конечно же. И там попробую побегать по тем местам, где... Чу-чу-чу-чу. А вот они. Ребятки. Так.
разбили часть. Кто-то еще спрятался, по-моему, там. Да, вот он. Хитер. Да он тут с друзьями. А, целых трое. Задача выполнена. Уничтожьте как можно больше роботов. Отлично. Этой задачи здесь не было в списке. Но она все равно выполнена. Теперь нам осталось сделать последний штрих. Это добить узел, который находился где-то... Где же он там был? А, вот этот вот на входе. Да. Как только мы его убьем, то на этом все закончится. Какой у меня ДПС, говорит ВБВБВБ. А ДПС у меня ограничен уровнем сложности. Я тут... Чем развели Дайса очень легко и просто на то, чтобы изменить уровень сложности. Теперь мы играем на безумии. Для психопатов написано. Ну, вполне подходит, чего уж там. Психически неуравновешенные геймеры отправляются мстить роботам. Как же Арканум, спрашивает Фитлион. Арканум будет в воскресенье. Все замечательно с Арканумом. Паладин говорит, успешно выполняешь несуществующие задачи. Ну, конечно же, я психопат, может, там и шизофрения такая легкая есть. И мне в голове голоса говорят мне несуществующие задачи, которые я выполняю, а потом прихожу в бункер и начинаю требовать награду. Все смотрят такие, Дайс, ты о чем вообще? Спартийцы тоже так переглядываются, но помалкивают в конце концов начальник. Аксиниус, не обижайся на людей. Говорит, он тут D3 хейтеры, то есть хейтеры Диабло 3. Но я не понимаю, какое отношение Diablo 3 имеет к стриму Fallout. Вот, поэтому лучше весь этот автопик завернуть. Очень рекомендую. Карь говорит, Pathfinding и лестницами тут не дружат. Ну, Pathfinding и лестницы — это большая проблема на самом деле. Потому что надо было этому хоть немножко внимания уделять, наверное, когда разрабатывали игру. Чё-то не фоню мою Fallout из детства, говорит Обморок. Что тут очень ватно все. А, это Fallout Tactics называется. Это Fallout, который вышел после первой и второй части. Это не RPG, это тактическая стратегия. В общем, это не совсем тот Fallout, наверное, в который ты играл. И в этот, видимо, ты никогда не играл. Но наша тут задача состоит в том, что мы в виде отряда из 6 бойцов паладинов Братства Стали, ну, не обязательно паладинов, вначале просто рекрутов, конечно же, бегаем, выполняем разные задания, боремся с супермутантами, с налетчиками, с различными там роботами и прочими, выполняя задачи, которые стоят перед нами братство. Завод по сборке роботов выведен из строя. Задача выполнена. Йиху. Готово все. Теперь мы обе ваши задачи выполнены. Можете следовать в точку эвакуации. Да, конечно, сейчас проследуем. Спасибо, генерал. 35 тысяч опыта дали. Ну, неплохо, а еще 1500 опыта за уничтожение производственных мощностей. Нормально. Где у нас там выход? А вот уже рядом прям. Дайс мастер, спасибо за стрим. Впервые вижу стрим Fallout Tactics, как говорит Киперниндзя. На самом деле, тут есть на СК2 ТВ еще стримы из Tactics, я видел, по крайней мере, два. Они менее, скажем так, частые, в общем-то, но есть. Великолепная работа, воин. Теперь, когда реактор выведен из строя, калькулятор вынужден питать всю свою военную машину от внутреннего источника питания убежища 0. А поскольку сборочный завод тоже уничтожен, калькулятору придется производить своих роботов в другом месте. Разведка уже заметила снижение активности патрулей роботов в прилегающем районе. Так что, судя по всему, наша последняя атака попала в цель. Вы проявили невероятную самоотверженность в уничтожении этих механических монстров. Все члены братства будут спать спокойнее, зная, что противник несет все новые и новые потери. Да, действительно, мы тоже несем все новые и новые потери. Вы видели вот паладинов братства, которые там распластались кишками наружу, прямо перед входом на эту электростанцию? А это типа не потери, да? Нормально, окей.
Джаро говорит, сначала у тебя колос в голове, потом будешь выкрикивать молитвы темным богам с лазгана наперевес и иконы Дзинча выжжены на коже. Ну, у нас немножко другая вселенная, тут скорее будет просто геноцид местных маленьких селений во имя добра, любви и Америки. Киберниндзя говорит, нет, Ломан Рас, не забудь про сундучок справа внизу от точки появления, а что там интересного есть? То есть имеет ли смысл туда сейчас щемиться, загружаться в игру и так далее? То есть, в принципе, я просто настроен на то, чтобы отправиться на базу. ВВВВВ говорит, на танке катался по карте с роботами? На карте с роботами я на нем особо не катался. Я выполнил ее почти всю пешком, потому что неудобно там на танке ездить негде. И потом его забрал с собой просто. На базе сейчас он стоит. Ну, видишь, сейчас. Так. Сетни говорит, у меня истерика. Я видел в кроле моба под именем Кобальт-демонологист. Всякое бывает, всякое. Ну ладно, заканчиваем на этом миссию и идем домой. В наш недобункер. Ну, такой поселочек. Так. Роботы бегут по пятам за нами, хотят мстить, но мы говорим им, нет, давайте как-нибудь в другой раз. Через годик, а может полтора, когда у вас калькулятора уже не будет. Когда следующий камнесуп, спрашивает Калиб. Когда дом пройдем. Ну, да, дом пройдем, когда Fallout Tactics пройдем. Так что тут куча зависимостей, и все друг от друга зависит. А на самом деле, если говорить честно, то все зависит по большей части от настроения и времени. Вот. Это еще что такое? Заправка старая? Засейвлюсь-ка я. Кис Шалду говорит, нет, уж лучше после Арканума. Мне кажется, ты его раньше от дома пройдешь. Вполне вероятно. Но ругелайков должно быть в меру. Нельзя просто взять и начать проходить все ругелайки подряд. Так, что это за полочка? Женщина говорит, эта партия бензина уж очень задерживается. А то она, я думаю, вообще никогда не придет. Бабуль, сколько вам лет? Лучше не задумайся над всяким. Сделай счастливое лицо, говорит она. Угу, обязательно. Бабуль, а что продаете? Пивко? Эликсир жизни, это что такое вообще? Лолвуд? А что такое эликсир жизни? И вот этот номер вообще. Давайте я посчитаю в интернете. Потому что я не знаю вообще, стоит его покупать или нет. Но такой встречи я не встречал никогда. Ну, такой рандомный энкаунтер мне не попадался. Покупай, рекомендует мне в чате. Выносливость дает перманентный или нет? О. Флаутру, что будет, если выпить эликсир жизни? Это снадобье увеличивает выносливость на один навсегда. Навсегда. Окей. Хорошо. Выносливость навсегда, это отлично. Тогда мы что-то продаем, правильно? Продаем. Что мы продаем? Продавать-то нечего. Ладно. Так, эликсир жизни, обмен на стимпак, жвачку, ультрастимпак. Что еще? Может быть, деньгами отсыпать? Это ее не интересует. Ну вот так вот, 4066, ну еще штуку. Гаусс-пистолет продам сейчас. РБКу говорит, фужитив. Зачем вы что? Это же не Fallout 2. Там мы проходили Fallout 2 за откевливых негодяров, торговцев, которые своих спутников продавал. Здесь-то у нас милый, добрый отряд всех таких, в общем-то, знакомых своих людей. Какая миссия по счету, говорит Night Song? По-моему, это была 17-я. У нас 18-я, 19-я, 20-я. То есть три миссии впереди вроде бы должно быть. Десяток стимпаков продай. Ну да, единственный вариант.
20-ка, наверное, даже. Или даже чуть больше. А, что недешево так стоит, а? Систем баги продаю. Только на 5032 бутылочных крышки тянет. Ладно, батареечку продам. Одну. О. Знаете, я батарейки продам. Стоп. Вот 10, если продать, столько. А если 9... Нет, вот если сюда добавить 8... 510, да? По одному стимпаку снимаем. Нормально вполне. Тут цены. Вот. Даже одну можно снять. И единички не хватает. Ладно, ладно. Жри. Целую батарейку. 13 батареек продаем. 8 стимпаков. Сохранись и обкради, говорит Квалар. Нет, в этот раз я не краду. И Фуджитив тоже рекомендует красть. Ты еще топливо продай. Да нет у меня топлива. Вроде не было, по крайней мере, я точно помню. Ладно, вот это продадим, она нам не нужна особенно. Кому нам нужна выносливость? Вообще, Дайсу, наверное, не помешает. Ну, выносливость он все 4. 6, 7, там, 5, 9, 7. Ну да, Дайсу в самый раз. А, у Дайса новый перк. Ну-ка, давайте посмотрим, что за перк есть. Наблюдательность, улучшенный критический, бонус рукопашного атаки, движение, мастер отмазок. У нас бонус оружия на расстоянии, бонус скорострельности, живчик есть. Обращение с оружием, не то, варюга, коллективист, приз. Прилежный ученик, змеест. Я уже не помню, что нам нужно на самом деле. Больше критических, вот это да, нам нужно. Прочитаю про эликсир, говорит, есть шадов. Сейчас прочитаем обязательно. Медик, легкая походка, удар лежа. Здесь сейчас размах. Канонир. Да, наверное, больше критических самое то. Мик стрелок возьми, плюс 2 восприятия к стрельбе, говорит Бургуа. Вот я не помню, насколько это действительно хорошо работает. А, ну, возьмем на всякий случай. Че бы и нет. В самый раз. 200 уже. Отлично. Наблюдательность. Нужна ли нам наблюдательность? По-моему, уже два перка у Ребекки. У Ребекки, конечно же, Форсайта. Я за крит, говорит, Хишаду. Вроде не мажешь ведь. На некотором расстоянии все-таки мажу определенном, на далеком расстоянии. Так что вполне нормально подойдет. Так, а здесь критов нету. Здесь удачу, по-моему, надо повысить. И тогда можно будет взять какой-то из перков. Так, флот, тактикс, перки, перки. Есть у нас тут перки где-нибудь? Сейчас найду быстренько, прям вот. Beta Criticals требует 6 удачи. Также 6 удачи требует бонус range damage. Да. Для того, чтобы бонус range damage получить, нам нужно 6 удачи. Давайте удачу возьмем одну ей. Мне всегда было интересно, говорит Калеб, что за проблема с процентами у разработчиков? То 200 максимум, то 300. Просто, как сказать, надо было какие-то такие абстрактные поинты вывозить, а не проценты. Добавить силу удачи. Да, удачи добавляем.
И теперь бонус урон на расстоянии у нас есть. Да, улучшение критических есть и все остальное. Вот бонус урона на расстоянии нам нужен. 15 урона, это хорошо. Все. Здесь живчик у нас один есть. Берем второй, наверное. Бонус скорострельности мы можем взять ей? А, нет, не можем. Потому что там... Ну, потому что у нее не хватает чего-то интеллекта, по-моему, да. Да, интеллект 6 нужен. А у нее интеллект 3. Ему поднять не сможем никак вообще. Вот это лол. Для того, чтобы быстрее стрелять, надо быть умнее. Так. Больше критических. Бонус урон на расстоянии. Есть уже один. Есть живчик. У нее выстрелов... Так, очков 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Если мы даже возьмем 11 очко, то это не поможет. Хотя можно добавить, например, ловкости еще заодно. И взять очковый. Да, у нас получится 12. Это 4 выстрела за ход. 4 выстрела за ход или бонус урона. Конечно, бонус урона, естественно. Кого интересует что-то другое. И в энергооружие. Так. Бонус скорострельности, живчик, скаут, приз. Вот у нее урон на расстоянии нет еще. Бонус скорострельности есть, живчик есть. Сколько у нее? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тоже 10 очков. Здесь можно, конечно, взять два перка, но я думаю, бонус урон на расстоянии тоже возьмем. А, нет, и мы меткости возьмем. Нельзя, что ли? Ой-ой-ой. Жаль, конечно. Потому что ей как раз меткость не помешала. Что там для меткости есть? Плюс 2 персепшена. Персепшн изначально 7 должен быть. Если у нас будет еще одна единица персепшена, тогда у нас будет возможность взять этот перк, который даст еще больше персепшена. И мы сможем из Джо сделать снайпера. Как вам такая идея? Си персепшн повысить. По-моему, да. По-моему, повысим ей персепшн, и будет хорошо. Бонус, 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 бонус. Добавить... Мощность, интеллект, удача, восприятие. Вот. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5. Тоже 10 травмы. Бонус скорострельности есть. Осталось взять бонус. Да, с дробовиками есть. Восприятие не нужно. Бонус урон на расстоянии. Вот. Все. И, естественно, вкачиваем легкое оружие. Легенькое, скажем так, и доктор чутка. Так что это в последнее время приходится его юзать. Так, здесь все вкачали, вкачали. Не вкачали. Получим. Все, готово. И Dice Master. Читаем эликсир. Эликсир жизни. В этой бутылке содержится плотная вязкая жидкость. Она заворачивается... А, завораживающе играет на свету. Интересное описание, конечно, но мы это используем сейчас. На себе. Стой, ты стелс качал, говорит Калиб. Да плевать, какая кому разница. Стелс, не стелс, уже сейчас это не важно абсолютно. Да. С таким вот характерным звуком нам прибавляется выносливость. Да. Отлично. Дай стал круче, выносливее и вообще. Уходим отсюда. Бабуль, бывайте. Ждите, когда там у вас будет поставка топлива. Я думаю, осталось ждать недолго. Ст-
Металл в силовой броне, да, представляете? Но нет, на самом деле, я даже не понял, о чем речь идет. Если я реально вкачал стелс, ну, затупил. Приехали. Давайте поговорим с генералом, узнаем, что нас ждет в следующей миссии. Вольно, солдат. Роботы захватили человека по имени Бартоломью Керр. Как вам, возможно, известно, Керр – торговец, который уже давно использовал сеть бункеров Братства в качестве рынка сбыта для своих товаров. Его способность находить редкие вещи не раз помогала Братству в прошлом. И он, разумеется, не оставался в накладе. К сожалению, он очень много узнал о местоположении нескольких бункеров Братства и численности их гарнизона. Это знание превратило Кера в угрозу, которой недопустимо пренебрегать. Отправляйтесь в Скотт-Сити. Там разведка обнаружила завод роботов, на котором его, скорее всего, держат. Если возможно, спасите его. Наши инквизиторы выяснят, не произошла ли утечка информации к врагу. Если же вы не сможете его спасти, его необходимо нейтрализовать. Поймите, если роботы смогут вытащить из него информацию о наших бункерах, мы скоро пойдем жертвой массированной атаки. Мы не сможем выстоять в открытом бою с ними. Если нам придется уйти в оборону, мы погибли. Приказ ясен? Предельно. Свободны. Да, конечно, суровая ситуация. Чуваку явно не повезло. Но когда мы будем проходить эту миссию, проходить ее мы будем определенно на следующем стриме. Сейчас уже скоро закончим. Сейчас только подбежим, узнаем, есть ли новые рекруты. Вот. Где у нас там наставник рекрутов? Вот он тут находится. Оп-оп-оп, пулемет Гатлинга в этой вроде бы, говорит Кион. А он в прошлый был уже, я взял пулемет. Если ты имеешь в виду не Гатлинга, а Гаусса, то да, это другое дело. Вот это да. Брат-близнец. Утерянный брат-близнец. Слушай, чувак, мы так с тобой похожи вообще. Тащак. Раньше тащак питался только пирожками и запивал их ядер-колой. Потом он заболел лучевой болезнью и отощал. Традиционная горячка не ослабила его интеллект, так что он умеет обращаться с техникой и может очень тихо перемещаться. Братан, тяжелая у тебя была судьба. А я тут, можно сказать, на казенных харчах наоборот отжираюсь. Ладно, и никакой ядер-колы, кстати, заметь. Да, Гаусса, говорит, Кион имел в виду, он пулемет. Так, 500 патронов Гаусса будут продавать вроде бы. Сейчас посмотрим, что они там продают. Что у него есть? У него есть энергооружие, скрытность, наука и ремонт. Он одаренный, это уже круто. У него 6 восприятия плохо, но зато ловкость и интеллект. Вот. Взять, что ли, близнеца себе. Бесшумный бег, фуфло, мастер на все руки, трэш, великий вор, дурь. А, прилежный ученик. Ну, так себе, конечно, приз. Еще хуже, легкая походка. Пластун и лидер. Второй лидер не нужен нам. Нельзя быть двумя лидером здесь. Вот и генерал же, говорит, Хитшадл. Да. И удача у него так себе. Нет, это не твой день. Клариса. Полная противоположность Бокс, своей старой подруги-послушницы. Ну, хоть она и выглядит хрупкой, как подснежник, в ней скрыта внутренняя сила, которая позволяет ей справляться с профессиональным энергетическим оружием и кидать гранаты на большое расстояние. Энергооружие, вон, 192, между прочим, не так себе, метание, скрытность. Одаренный, стрельба навскидку. Миниатюрный. Круто. Бонус движения, верткость, размах, приз добавления восприятия, выносливости. Восприятие 11. Етить, колотить. Обращение с оружием это неинтересно. Пластун, щит, гибкости, лидер, малый вес. На самом деле у них бонус урона, скорость стрельбы не очень. Будет, в общем, такой посредственный персонаж. Но вот выглядит серьезно. Если бы перки были бы другие, если бы можно было бы саму выбрать перки, я бы обязательно этого персонажа прибрал к рукам. 10 ловкости, 1 с восприятием. Это уже очень хорошо. Тем более прокачанное энергооружие.
поднял с небес, а что она дает? Сейчас скажу. Так. Наконец, высшие силы благоволит вам. Хорошее описание, правда же? О, шикарное описание. И у нас есть трясец. В настоящем случае трясец сделал отличную карьеру в качестве траппера. Но с тех пор он освоил все средства передвижения братства. Высококвалифицированный водитель, искусный технарь. Жаль только, что нервы не в порядке. К тому же нарколепсия и тайное пристрастие к наркотикам. Какой-то он не очень. Конечно, это замена Джо, по идее, должна быть. Но у него совершенно никакие характеристики. Хотя он очков 10 и 10. У него живчик взят. Ладно. Жаль, ребят, конечно, с вами расставаться, но вы ни о чем. Новых персонажей здесь вроде бы нету. Хотя вот я помню, что этот робот был здесь, на этом месте. Вот этих вот, ребят, я помню. Джакс, Джакс и Торн. Кто такие? Джакс, например. 14 уровня. Ну, он отстает от нас по уровню очень серьезно. А Торн тоже. Кто же появился-то тут? Ладно, туплю, наверное. Нет никого. Да, сканин, например, правда, не меняет, говорит, в БВБВ. Да ладно, все делают. Можно сейчас взять всех, сменить, кроме Дайса, и отправиться с новой командой. Что у нас сегодня в продаже есть? Броня Тесла, 100 патронов. Гаусски. Гауска сама собственная персона, отлично. Импульсное ружье. Что только нет, просто праздник, смотрите. Вот там 30 штук так покупаем. И в самый раз, еще импульсных гранат на 37 штук. А? Вот. Беру. Однозначно беру. Ай-яй-яй, перегрузка. Кому-то надо гауску отдать. Не знаю даже кому уже. Но кому-то надо ее впарить обязательно. Сейчас кому-нибудь, знаете, как комвижер придем и начнем показывать, как гауска может убить любого абсолютно человека. И что если ты ее не купишь, то твоя жизнь не будет настолько же насыщенной и полной. Бройку по цене новую. Там Тесла броня вроде бы, говорит Кьон. Ну да, и чё? А повер армор мне больше нравится заметно, чем эта Тесла броня. Тесла броня на энергетическом оружии хорошо защищает, но в остальном очень посредственная штука. Передаем Форсайту вот это ружье. Заменяем. Так. Кому-то надо гауссовское оружие передать. А Джо, что ли? Или травме. Но у них восприятие не очень. Хотя у Джо на следующем уровне будет нормальное восприятие. Ох, ладно. Сделаю я все эти перемены между стримами. На сегодня я закончу. Стрим был очень долгим и очень продуктивным. Две миссии прошли. Спасибо, что смотрели. Ждите анонсов на Твиттере и на теме на форуме. Ссылки есть внизу. Подписывайтесь. Также скоро я выложу воды. Они уже есть на Твиче. В общем-то, потому что там сразу же автоматически появляются. Можете, соответственно, на Твич тоже подписываться, чтобы знать, когда стрим начинается. И на это все. Вот. А, ВВВВ спрашивает единственное, что насчет Драндулет. Откуда Драндулет? Это из миссии про мутантов, это из миссии... Ой, не помню, как это там с бандитами. Это из миссии, где надо было по городу доставить медикаменты и прочую фигню. А вот этот танк из первой миссии с роботами. Или из второй. Из второй, вроде бы. В общем, из той миссии, где нужно было спасти глав риверов. Вот. Соответственно, все из какой-то определенной миссии, каждая машинка. Кион говорит, спасибо за стрим, приятных там, и тебе тоже. Спасибо вам, что смотрели. Увидимся. С вами был Дайс. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч. Пока.